Вы знаете, я считаю, что это кощунство, это жестокость и это абсолютная несправедливость запрещать 9 мая или 8 мая, как его отмечают в Европе, вообще на земле. Потому что это праздник борьбы с жестокостью, праздник победы над зверством. И те республики, те страны, те народы, которые не хотят признавать этот день, на мой взгляд, пытаются обмануть историю, которая есть. Я считаю, что об этом дне должны помнить все, даже те, кого не коснулась война, и те, кто, слава Богу, обошли жестокого Гитлера и всю ту политику, которую он пытался пролоббировать на всей земле. Запрещать этот праздник нельзя. Это лишний раз говорит о том, что пытаются заслуги России, заслуги Советского тогда Союза, ну, сейчас это Россия, стереть и высказать свое мнение, что наша страна ничего не сделала для целого мира. Хотя это абсолютная неправда, и, на мой взгляд, это ужасно некрасиво по отношению к такой, в общем-то, великой стране, как Россия.